Несколько часов назад завершилось первое судебное заседание по громкому делу об убийстве Михаила Седова. На скамье подсудимых оказались двое молодых людей, которых обвиняют в жестоком убийстве мужчины. Это кадры из коридоров краевого суда. Сам процесс представителям СМИ запретили снимать на фото и видеоаппаратуру. Обвиняемые перед началом процесса попросили, чтобы вердиктом выносила коллегия присяжных заседателей. Вероятно, надеются на снисходительность. В ходе следствия парни свою вину не признали. Вот тем не менее, следователям региона удалось воссоздать картину произошедшего. По данным ведомства, двое барнаульцев совершили разбой, похищение и убийство человека. Их жертвой стал случайный житель краевой столицы Михаил Седов. Молодые люди планировали угнать его автомобиль. Закончилось все убийством, сама машина позже была найдена в одном из районов города. Напомню, что к поискам Михаила тогда подключились все неравнодушные. Сторона потерпевших намерена добиться самого сурового наказания по двум уголовным статьям. Учитывая, что у нас на смертную казнь наложен мораторий, то, соответственно, максимальное наказание в данном случае, согласно санкции соответствующей статьи, является пожизненное заключение.